Я очень серьезно хочу с вами поговорить насчет Коли. Что это подлюка опять натворил? Он сегодня на уроке математики матерился. Вот сумасшедший мальчишка. Негодник. Нам надо понять проблему, понимаете? Узнать, где он мог услышать то, что сказал на уроке. А где он мог это услышать? Прошу прощения заранее, Галина Васильевна. Ну, может быть, ну как-то случайно вы дома матерились, а ваш сын услышал. Кто? В смысле? А я? Так, Галина Васильевна. Господи, Галина Васильевна, ну голубка. Я вообще, чтобы я когда-нибудь... Слушайте, а что за мат там он сказал? Ну, слушайте... А? Ну, я не буду повторять. А давайте так, а почему вот он сматерился? Вот почему? Может, на уроке кто-то ударил дитё там, или оскорбил его, обозвал как-то? В этом все дело. Он просто получил 5 по контролю. Ах, умница какой! Ай, 5! Еще бы он не сматерился. 1-я 5 в его жизни. А вы молодцы. Сначала вы 5 двоечникам ставите, а потом хотите, чтобы они не матерились.